в Ставропольском крае вынесли приговор 44-летнему жителю Труновского района, которого обвиняли в убийстве своей матери с особой жестокостью. 5 февраля 2021 года мужчина пьяным пришел к матери домой. Целью его визита было выклянчить у пожилой женщины 1500 рублей на продолжение праздника. Правда, денег у пенсионерки не было. Разгневанный сын стал бить свою мать, большая часть ударов пришлась на голову и конечности. Чтобы все наконец-то закончилось, она позвонила своему брату и попросила принести 1500 рублей. Пока родственник добирался, гражданин насильно влил своей жертве в рот уксусную кислоту и оставил умирать в одиночестве. Злоумышленник вышел во двор. Брат потерпевший принес деньги, однако обвиняемый потребовал передать их ему под калиткой, после чего скрылся с места преступления. В результате токсического поражения организма потерпевшая скончалась в больнице на следующий день, сказано в сообщении прокуратуры края. Медиков вызвал брат погибшей. Женщина позвонила ему, и он обратился в скорую помощь. В полицию по инструкции обратились сотрудники районной больницы, обвиняемого оперативно задержали. Мужчине вменяли убийство, совершенное с особой жестокостью, и разбой. Суд назначил виновному лицу наказание по совокупности преступлений в виде 17 лет колонии строгого режима.